убить ее. Мама! Да что ж ты... Твою мать, блядь! Эх ты, ёб твою мать! Ебать! Нихера себе! Охереть себе! Ты дурачок, стой! Мне бы и родители денег дали на развод. Вот это жесть. Вход для детей старше 16 лет. Ай, болит в рот, блядь, пиздец, нахуй. Проклятый он, подборода. Ну вот так же, блядь. Он мог улететь, нахуй, осторожно. Опа. Осторожно. Да что, блядь? Что мы из полиции? Почему? Я много раз видел полицейских, я и знаю, как они выглядят. У вас специальная одежда. Быстрее надо проезжать. Я маленький человек. Всю жизнь жил и работал в маленьком городе. Не имел дела с полицией. Я испугался. Вдруг... Блять! Ёпта!
твою мать, сука. Тихо, только спокойно, ладно? Все сказки построены на заклинаниях. Есть. Расскажите ребенку, что аффирмации — это те же сказочные заклинания, только более эффективные. Так как он придумал их и произносит их сам. Сука, блядь! Тварь ебаная, чтоб ты сдохла, сука! Поедем за ней, свои съебался, блядь. Заебись! Нихуев, блядь! Давай, еди! Пидорас, блядь, ебучие! Ну ладно, не важно. Короче, не в этом суть. Все бумажные книги там заменят полностью электронными устройствами. То есть ты приходишь... Вот это урод, блядь, тормозни. Ёбаный. Пишак ебаный, пидор ебучий, блядь. Дятел ебаный, блядь. Ну и, короче, козел, бля, ни хера не стал стоять, я, бля, молча. Бля, я тебе попозже перезвоню, сука. Блять!